Значит, следующее упражнение на баланс. Мы должны здесь встать на одну ногу. Старайтесь сначала просто попробуйте постоять на одной ноге. Можно вторую закинуть себе на бедро и просто побалансировать на одной ноге. Если у вас получается, то это очень круто. И при этом стараемся опять же контролировать колено, чтобы оно не уходило у нас ни в какую сторону от ступни. Да, мы ногу держим прямую. Дальше. Чуть-чуть загрузив ногу, да, старайтесь ее всегда держать в тонусе, мы начинаем опускаться вперед. Мы опускаемся и вытягиваем заднюю ногу горизонтально. При этом голову тоже старайтесь сделать опущенной вниз, чтобы у вас все тело создавало прямую линию. Вот этого чтобы не было. То есть на себя в этот момент не смотрим. Опустились. В исходную. Опустились. Поначалу будет очень сложно балансировать на одной ноге, и можно сделать где-то 5-7 повторений на каждом подходе. Одну ногу 5-7 раз, вторую ногу 5-7 раз, и между упражнениями, соответственно, опять же 45 секунд, минута перерывчик. Дальше, упражнение чуть-чуть для продвинутого уровня. Значит, мы из этой позиции, да, из которой мы, в которой мы стояли горизонтально, мы переводим ногу вперед, касаемся до руки. Переводим ногу в сторону, касаемся до руки. И переводим ногу назад, касаемся до противоположной руки. Опять опустились вниз. К этому упражнению еще можно кое-что добавить. Значит, мы опускаемся руками, отпрыгиваем одной ногой, на которой мы балансировали. Подставляем себе другую ногу. И вот уже с этой позиции мы начинаем выпрямляться. Сначала горизонтально. Перевели ногу вперед, коснулись руки. Перевели ногу в сторону, коснулись руки. Назад, коснулись руки. И чем медленнее вы будете делать это упражнение, тем лучше будет для вашего баланса. Потому что чем статичнее, тем лучше вы будете понимать, как это все работает. И тело быстрее это все запомнит. И привыкнет. Горизонтально. Вперед. В сторону. Назад. Опустились.